Всем привет, с вами Крис и Тома. Привет. И это восьмая серия нашего новогоднего Майнкрафта на тематику «Время приключений». В прошлой серии мы исследовали... Что это у нас было? Пустыню, да? И какой-то остров с вулканами. А теперь мы пойдем в еще более жаркое место. Очевидно, это Огненное Королевство на заднем плане. Похоже именно на него, да? Да, да. На заднем плане. Скорее, вдали. А слева еще вот что-то, там но... там тоже не были. Ну, давай сначала к вулканам, пойдем потом, туда. Да. И как же мы туда пойдем? Ну, давай обойдем. Думаешь, там есть обход? Ну, хотя бы... По лаве мы точно не пройдем. Ну, это понятно. И так и закончился их попытка пройти. Так, не, ладно, здесь есть Фродо явно какой-то мостик. Фродо с Бильбо не донесли. Короче, неси меня, Фродо. Мистер Бильбо, что такое? Если я не могу донести кольцо, я могу донести вас. Да. Короче. Вот здесь есть переход. Проход. Подъем, короче. Опасное место. Может, сразу орлов вызвать? Звони орлам. Пускай приезжают. Да, мы с Томом также проходили Лего Хоббит, ну, Лего Властелин Колец. Слушай, реально, у меня такое ощущение, что мы сейчас туда зайдем и будем кидать что-то типа кольца. Погоди, ты где? Вот тут лестница. Ты уже зашла, а я куда-то еще иду. Так вот лестница, вот она. Где? Ну, вот я по ней поднималась, вот, 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 вот прямо где с тобой были. Ладно, а я где? Мистер Фродо, где вы? Я понесу вас, где, блин? Там, по-моему, кто-то бегает внутри, что-то я боюсь. Так, ладно. Короче, наши герои разделились. Я, кстати, вижу гигантский огненный шар, из которого стекает лава. Ну, не огненный, но, короче, круто. Да, мне, короче, я заблудился, все в порядке. Ты всегда можешь ко мне телепортнуться. Ну, так же неинтересно. Хотя ладно, так удобно. Что, ладно, все, я телепортнусь на помощь. Вот он я. Вот там, по-моему, где-то зомби. Так. Вот где-то тут. Я его видел, он где-то мелькал. Но я вообще хотела по лестнице подняться. Потому что там лава, и в лаву Окей, главное не загореться. Тут неупорные штанишки надел. Нет. Потому что у нас нет огнеупорных я штанишек. Я превращусь в этот самый огнетушитель. Так, ой, погоди-ка. Опасные узкие проходы. Ой, сундук. И в нем внезапно не пусто, в нем кожаная куртка, кожаная шапка и яблоко. А можно сразу одеть? Библиотека одевай. А можно сразу одеть, а то мне некуда. Одевай, у меня библиотека. Ломай. Шутка. А это что такое? Так. Это картина? Итак. Джейк, прям героический герой. Теперь по внешним видам. Так, что бы мне выкинуть, чтобы яблоки взять? А, вот песчаник мне не нужен. Яблоки я стянула пожалуй, классную сниму. Картину. Смотри, как я выгляжу. О, ты прямо... Скайрим. Да, драконорожденный. Да. Короче, очевидно, тебе мы броню будем делать из этих самых... Вот видишь, тут библиотека. Да. Мы можем забрать с собой, а можем... Я забрала картину, а книжки, я думаю, мы не будем забирать. Книжки мы, если что, в другом месте возьмем. Так, а это что такое, окно? Да, а вот туда еще вниз можно, иди первый. Круто, ведь есть... я это... У тебя теперь танк, есть да? броня. Здесь... Это манекен? Ой, я отдал свой меч манекену. А это что такое? Погоди, это броня? Держи. Кольчужный нагрудник, держи. А меч можно вернуть? О, слушай, здесь куча оружия, арбалеты, броня. Дай-ка я себе полную броню надену. Так, в сундуках. Меч я свой манекену отдам. Так, штаны, кожаные штаны, кожаные сапоги для полного комплекта. Во, я полный кожаной броня. Куда у меня снежков так. целая куча? Во, я забрал свой меч назад. Смотри, здесь еще висит броня. Со штанами вот здесь вот. Ну, у тебя кольчужная, короче, но можем с собой еще взять броню.
Так, арбалеты даже есть. Может, тоже мне один взять? Стрелы у меня и до этого были. Это мечи мои, кстати, каменные. Я думаю, может их оставить? Нет. Я думаю, каменные мечи мы оставим здесь. Что? Это мы с тобой хотели. Там кто-то есть. Кольчужный нагрудник, окей. Что там, кожаную шапку еще брала какую-то? Возьми стрелы с арбалетом. Каменные мечи оставлю здесь. Два каменных меча я ставлю здесь. Вот эти штуки бери. Так, грибы. Это самое. Это мы оставим. Песчаники я, пожалуй, ставлю. Доски тоже. Главное, мы песок не забудь. Песок у меня с собой, 24 штуки. Так, хорошо, у меня тут куча ресурсов, которые надо, когда мы в следующий раз домой попадем, оставить уже. Ладно, там лишняя броня, и вот здесь еще висит. Ну, одну я, пожалуй, возьму. Что ж такое? С них можно снимать штаны. Есть кольчужные штаны? Кольчужных нет, но есть. А вот ботиночки еще есть. Дай. А как у него так забрать? Правой кнопкой активируешь, нажимаешь. Если у тебя пустое место в руке, то ты забираешь. Если нет, то отдаешь. Так, арбалет, как он стреляет? Давайте попробуем. Он бьет и стреляет. Ладно, прикольно. Что здесь? О, тут еще куча... это твои мечи или нет? Нет. Каменные, деревянные. Нет, это фигня. Каменные, деревянные. Нам каменные это уже не нужно. У нас железные все не сломаются. Все, отлично. В соседней комнате еще что-то стоит. Это мы в другом месте, что столик. А это что за... О, это кольчужная шапка. Бери себе. И сапоги кольчужные бери. Могу тебе отдать кольчужные. Ты у нас в кольчуге. Держи. Я в кожаной броне. А меч я, пожалуй, возьму назад. Так, кольчужные сапоги тебе тоже держи. Ты у нас будешь в кольчуге. А, манекен, забирай свои сапоги назад. И отдай меч. Отдай меч. Во. Ладно, кольчужные сапоги я не буду брать. Ой, здесь еще есть краски. Так, а кольчужные сапоги у кого? У тебя должны быть. Нету? К тебе не упали? Вроде нет. Ищи, где-то они были. Если назад на манекене нет, на манекены я надел кожаные. По-моему, вот на тебе серенькие. Да? Окей. Тогда я... я их переодел просто с манекеном. Тогда я обменяюсь с манекеном чем-нибудь. Вот. Это... ням-ням-ням. Короче. Держи кольчужный. И держи. Тебе лучшая защита. Так, вот, я в кожаном буду рыцарем, а ты, да, вот так вот. У меня только штоников нет. Вообще нет? Да, вообще нет. Погоди, штаны-то тебе, да, держи штаны, а то как-то неприлично. Держи мои кожаные штаны. Ты будешь без штанов. Мои запасные кожные штаны. Запасные. Ладно, запасные, хорошо. Ну, если запасные, то ладно, да. Ты можешь там взять краску? Слушай, нам реально после этого приключения нужно телепортнуться домой. Да, все, после этого мы возвращаемся домой, потому что нам нужно переложить в сундуке. Какую краску? Здесь в сундуке краска есть. Вот здесь. Можем флаг красить, если мы... Овец, вот краска, да, я могу взять. Овец там пострижен и все такое. Так, ладно, я считаю, нам нужно еще здесь осмотреться. Мы кучу ресурсов нашли, точнее, кучу экипировки. И, в принципе, как осмотримся, можно возвращаться домой. И на этом... Да. На этом нам нужно организоваться для следующих приключений. Mm-hmm. Ну, круто вообще, круто. Это у нас уже такие приключения приключенческие. Вообще. Наконец-то. Нам не пришлось долго-долго бить коров или искать железо. Мы нашли все вот так вот. Еще бы седло найти. На корову? Нет, на лошадь, на мою народную. Здесь зомби. Выходи скорее. Будем его вдвоем бить. Он с топором.
Вооружен и опасен. Да. Кстати, опыт тоже хорошая штука. Это что у них? Это лекционный зал, не иначе. Здесь ничего не горит, нет? Похоже на больше на сцену театра какого-то. Да, вообще. Тут еще зомби. Подожди, не уходи от меня. Тут же еще, слышишь? Слышу. Хрустят. Ты в лучшей броне. Ну, не в лучшей, а в лучшей, чем у меня. Ты вниз пошел? Нет. Так, ладно, давай ходить вместе. Вот и я, браток, где? Стой. Стой, я позади. Вот, давай вместе ходить. Вот, давай. Кстати, у тебя только нос виднеется из брони, а глаз нет. То есть ты выглядишь как без лица. Смотри, флаги, кстати, висят. Поштырим? Я картину уже одну стырила. Поштырим флаги? Ну, это как бы... Ты дотянешься? Не, ладно. Мне лень строить. Хотя, погоди-ка, если я сделаю вот так вот, то у меня есть булыжники. А, они одинаковые, они стыкаются, как картины, понимаешь? Да, понимаю. То есть, если я тебе отдам, может быть, они у тебя три будут в одном слоте? Ну, давай, попробуем. Держи. Я думал, они разные, но нет, они картинки разные, как предметы они стыкаются. Ладно, давай осмотрим этот замок и... Вернемся домой. И все, нам хватит флагов. Ну, картин три. Ну, то есть мы, конечно, еще можем взять, но ладно, не будем. Во, лучше осмотримся. Прежде чем возвращаться домой. Ой, если я помру, я уже не буду телепортироваться назад. Ой, я не специально. Но здесь реально крутая лестница, осторожно. Я не то, чтобы чем-то рискую. Вот, ну круто, мы нашли еще какой-то зал, который ведет прям вообще в ад. Ну, не в ад, конечно. Опять какие-то это... измерения. Ну, то там это половит, хоть не ходи специально. Да я, в принципе, уже готов того, заканчивал, так что. Подожди. Ничего страшного. Умираю, вдруг тут седло где-то еще есть. Тебе еще седло надо. Ну, а как же, у меня же теперь доспехи есть, теперь надо конь богатый. Оп-оп-оп, я пробежал по обжигающему огню и... Там большой зал и в конце сундук. Подожди, выглядит совершенно меня, не как ловушка. Подожди меня, да. Совершенно не выглядит как ловушка. Я уже бегу, иду. Ты вот тут проходил? Да, я прям пробежал по краю. Пол это лава, осторожно. Беги вперед, главное в саму лаву не прыгай. Я по левому части прошел. А. Там было горячо, но не насмерть. Горячо, но не насмерть. Я бегу, подожди. Вот, вперед, вперед. Беги, ну, пару сердечек отниму. Все. Вот, отличная. Момент. Я с батоном наперевес иду, не говорю, пожалуй, меч возьму. Итак, нажму ли я какой-нибудь тайный переключатель, как тогда в одной из первых серий? Нет? Нет. Булочка такая. Так, тяжело. Я прикрываю. В сундуке. И в этом сундуке у нас музыка. Ну, короче, нашли мы пасхалку. Я не буду брать эту музыку. Это музыка из Майнкрафта. Все ее знают. Ну что, круто, мы нашли сундук в этом королевстве, так сказать. Давайте подведем итоги. Мы открыли большую часть карты, но у нас еще есть пара мест, куда сходить. Левый нижний угол налево и левый верхний угол. Там тоже, по-моему, еще не все до конца. Да, там еще какая-то зеленая постройка. То есть еще пару-тройку мест можно исследовать. Вот, да что же я все время карту выкидываю. Да, ну что ж, на этом мы, я думаю, будем заканчивать. Заканчивать мы будем с помощью телепортации домой. Телепортироваться домой мы будем, угадайте как. Через лаву. Через лаву, да, лаву ведет домой. Эти здесь бойцы в шлемах. Ладно, я их прибью, за них же дают опыт. О, давайте попробуем пострелять по скелету-лучнику. Прямо в дыню. Да, слушайте, смертельно вполне себе. Так, а теперь мы торжественно телепортнемся домой. Где лава? Тут. Где? Сзади. Я могу туда подняться? Да. Ну, я ж поднялась. Ну, здесь просто так темно, что я не вижу лестницы. И вперед. После я вас. Считаю, мы очень неплохо здесь расследовали. Броня же не портится? Не, не портится. Возродиться. Вот, на этом прекрасном вечере мы возрождаемся... Около дома. И смотрите, каких успехов мы достигли. А, броня, куча ресурсов, которые теперь складывать полчаса в сундуке. Еда и все такое. Так что да, вообще, наверное, лучше вернуться домой. В дом. А, все, рассвет. Пшеница.
была уже здесь. Ладно. Короче, подписывайтесь на наши каналы, посмотрите ссылочки в описании. Мы будем до Нового года, ну не знаю, или еще пару-тройку серий, наверное, записывать вот это вот исследование этой интересной карты. А потом на зимних каникулах в январе мы будем стримить что-нибудь такое майнкрафтовое на нашем твиче, на наших твичах. А на заднем плане ходит скелет. Короче, посмотрите ссылочки в описании, обязательно подпишитесь, и увидимся с вами в следующей серии. С вами были Крис и Тома. Пока! Пока.